Итак, друзья, следующая наша тема, когда вы находитесь в ограниченных условиях. Например, вас застали в туалете или в лифте, или где-то в подъезде, да, в каких-то тесных условиях. Или вас сразу схватили за грудки, да, вот так вот, да. Или вообще все варианты захватов, которые, ну, за голову схватить, там, за туловище, за ноги, там, просто положить руку на плечо, да, там, а потом попытаться вас задушить. Кстати, на основе этого приема мы рассмотрим способы освобождения. Так вот, защищаться при всех этих нападениях очень легко, очень просто, если вы будете играться именно у меня. Мы разработали, наш клуб самообороны 100% разработал такое правило, которое называется правило 3G. Обратите внимание, что как бы человек не был макачен, как бы он был физически подготовлен, здоровый он там, высокий, неважно, у него есть такие точки, которые будут в любом случае, как бы, доставлять человеку боль. Да? Например, я давлю ему на глаз. Видите? Накачанный человек, не накачанный, да? То есть я в любом случае давлю ему на глаз, ему больно, ему страшно. 90% информации мы получаем через зрение, как говорят нам психологи. И поэтому ему еще, помимо того, что ему больно, ему еще и страшно. Я уж не говорю о том, что за глазом проходит нерв, который называется неврус варгус, и давление на этот нерв вызывает успокоение сердечно-сосудистой системы. То есть, таким образом, когда мы давим человеку на глаз, мы успокаиваем его и оказываем ему некую психотерапевтическую помощь. Следующая точка, да, третья Г, то есть глаза, первая Г, да? Второе Г, горло, друзья мои, горло, как бы какая бы шея у вас не была накачанная, трахея, которая здесь находится, да, такая хрящевидная вот эта вот ткань, она ничем не защищена, она всегда открыта. Поэтому воздействие на это место, либо ударом, либо захватом, мы гарантированно причиняем человеку опять ту же самую боль, то есть ему больно, он задыхается, и кроме этого ему очень страшно, потому что пока мы дышим, мы живы, когда мы не дышим, то нас уже нету, понятно, да? Поэтому непосредственно угроза, как бы вот, и человек, который у нас нападает, преступник, подчеркну, преступник, он переключается на другую модель. Он начинает защищаться, он начинает спасать свою жизнь. Как раз то, что нам нужно, да? То есть мы не играем с ним по правилам, мы атакуем его самые уязвимые места. А следующая цель – это гениталии. Гениталии, обратите внимание, они находятся у вас здесь. Конкретно нас интересуют тестикулы, они же, ну, мошонка, короче говоря, яички, да, грубо говоря, яички. Сюда мы можем наносить, опять же, либо удары, либо воздействовать с помощью захвата. То есть удары могут быть руками, просто, да, как подача в волейболе. Мячик подбросил и подача снизу, с ладонью, кулаком можно ударить. Но наша задача ударить не лобковую кость, да, то есть по прямой, хотя это тоже болезненно, кстати говоря, и рефлекторно человек будет отдергиваться, таким образом его управлять. Но наша задача нанести именно вот удар по яичкам, поэтому удар идет немножко снизу. То есть либо ладошкой, либо кулаком, либо коленом можно ударить, либо ногой можно ударить. Либо сделать захват. Захват и сжать. Но опять же, все зависит от того, какие у противника яйца, какие у него штаны в обтяжку, то не в обтяжку. Если не в обтяжку, сразу наводим, ну, как бы, сложность захвата. Вот. А если он в просторных штанишках, в трусиках, то это дело легко можно сделать. Да? Итак, теперь очень важно, помимо того, что вот вы знаете теперь об этих точках, да, вот 3G, все здорово, замечательно. Вы должны уметь воздействовать на эти точки правильным образом.